ну все, на, сдачи не надо. Здесь не хватает. Это что за персонаж вообще, а? Это же этот, Даука, человек-муравей, бля. Ты что за погоняло? Ну он этот, грузчиком уже 7 лет работает, в 2 раза больше своего веса поднимает. Прикинь, бля. Даука, куда, Охренеть, на районе 100 лет не были, ё-моё. Не говори, бля. Подожди, это не Ира заботливый? Это заботливый Ира, Ну чё, как вам моя летняя терраса? Ой, вообще классно. Да, понравилось. Мы поехали. Барбекю very nice. А куда поехали? Я же вам этот Uber заказал. Эй, Бобби, береги свою Кассандру, она у тебя просто цветок. Ой, ну Нейтан, ты как всегда, блин, успокойся. Пуш. Кайр гильды. Давай, эй, без ее обортать мру варма. Балам баргой. Бала забор. Балам баргой, что она? Еттерин дам не болды, рахи. Отыш. Куда, давай, на пассажир, давай, Да, кизде, алмай дегене. Саласы. Ой, на мускит. Кизде дим, анам. Сенде мералкы жоқ мына жақта. Сен үй аузың өзіңдікі деп сүргенбеші, ей. Ей, қытылдата бермен. Тұрын қарашы, мына сиырдың көті сияқты. Жо, қазы, қайда оқисың? КБТУ. Сенікі не? Сенікі не мына үстелдің басында? Гүлжамалдың артынан қалмай, а? Қырындап. Не ондай, қытылдата бермеші, ойлым, құдалар емес пе, құдалармен ойнап отырмын ғой. Или күйеуі жоқ. Бетмен сөйлемеші, құдалардан ұят болмасын деп кішкене ойнап отқаным ғой. Әзі сықақты түсінбейтін сен неғылған қатынсың, ұят болмасын деп. Қажы шутке доли моли прав. Ой, қытылдата береді, сен өзің үйленгенсің бе? Жоқ аға. Үйленмен нақу. Идея тренажерка точно, как у меня в подвале была раньше, когда в коттедже жили. В подвале такая же тренажерка, как дома. По идее, быстрее бы мог. Сергей Тихо, опасно. Видно, да, главное, что футболка оригинал? Слабая груша. Парковка все нормально же, да, у вас? А то я там Lexus свой оставил, Lexus. О, Lexus стоит, оказывается. О, Lexus. Нормально тебя не дует же? То есть сильно делаю. У меня один раз так друга продуло. Lexus. Асеки, нам хана! Асеки, нам хана! Что случилось? Налоговая спалила нашу черную бухгалтерию, счета заморозили, нам хана! Как так, ё-моё? Да, это еще не все! Что еще? А ну, боди-массаж воргой, ну? Туда ОМОН залетел! Наш салон? Да, нам хана! Ё-моё! Это еще не все, братан! Ой, айчи-сизрик не был тогда! Нарколаборатория воргой! Ну? Туда УБН залетел! Ё-моё! Это еще не все. Че еще? Я увольняюсь. Господи, за что мне все это? В чем я перед тобой провинился, а? Ты куда? Видя, че, тоже на этот прикол, да, попался, который? Да не, я реально порнуху смотрю. What? Прикрываемся до ослепления. Да ну нафиг, это же этот Джентау. Пацаны, завязывайте, чего вы погоняло всем раздаете? Меня лжат зовут. Ладно, успокойся, ворно. В смысле вор? Не, ну а че ты этот прическу Влада Топалова спиздил? Халамлейка, мужики. Эй, йоу, халасин, блин. Кто это? Ты че, это же легенда. Это Виктор Сулифа. Он за всю свою жизнь ни разу в Сулифа никому не проиграл. Эй, не может быть, надо. Да, серьезно, вот. Сулифа. Это нужно все. Блин, братан, сорян. Да, братан, вообще не парься, ты че? Ты же мой друг, родной. Делай, что хочешь. Thank you.
сам понимаешь, брат, мэрс. Хорошо. Че, баска не женал? Что будете заказывать? Нам два курдака, хмыс. Нам еще два пицца с хазы. Алло, Эдерик, халайсин? Я на ифтар готовлюсь. А, ты че, ураза держишь, что ли? Да, ураза держу, а че есть такого? Кадынгуди, вот как все люди нормально держишь, да? Кадынгуди, кадынгуди. Клянись, братан. Подожди, это, а что за недоверие такое, а? Не, брат, просто не в Инстаграм, в интернет никуда не выкладываешь же. Это не считается тогда? Как не считается? Просто можно же в сторис не выкладывать, не обязательно. Для себя то ты нашел отрок по разу сосан Буладову. Ну, так странно ты как-то держишь, а чего разу? В интернет, говорит, чего в сторис не выкладываешь? Или чё, шарыма? Так вот, я чё про бойцов говорю. Каждый боец должен бить чётко, понял? Так. Прошёл эти ноги, да? Захват делаешь до конца, вытягивай. Я просто вот этих бойцов не понимаю. Бояться, я же не знаю, что делать. Зашёл, делай. Понял, делай надо до конца. Я-то знаю эту тему. Я-то сам боец, тренер. Понимаешь? И просто вот они, движения, понимаешь? Вот. Они вообще на самом деле вот как делаются, понимаешь? Фото, флешки, судебный кабинет, налоговая отчетность, декларация, сканирование. Что-нибудь интересует вообще? Брат? Подожди, как это все связано, ё-моё? У нас все есть, братан. Все, фото, флешки, судебный кабинет. Ты ё-моё. Налоговая отчетность, братан. Ты чем? Сканирование. Распечатай что-нибудь. Алло, алейкум, пропуск есть? Проходи. Алло, алейкум, пропуск есть? Есть. Проходи. Проходи. Ага. Что, пропуск есть? Есть, есть. Покажи. Проходи. Ну что, докажи конкретно, что у тебя пропуск есть. Я там думаю, брат, дома. Может, пройду? Нет, стой, пропуск есть? Есть, есть. Проходи. Конкретно дома там был. Бах, ты не забыл дома? Я, а что все остальные проходят, я почему не прохожу? Лицо бесит твое, понял просто? Давай, езжай домой за пропуском. Фу, ужас, Муся, есть же вот эта блогерша, которой я подписана. Да такая вся перекачанная. Попа, сиси, у нее все покачано. Она, короче, прикинь, сейчас отдыхает за границей и фотки постит. Рилс постит, как она в трусиках ходит, а трусики из веревок сделаны. Прикинь? Ужас, прикинь, веревки, сплошные веревки. Такое разве возможно? Ну, откровенно, представляешь? Треугольники на сиськах, а на попе веревочки. Мне кажется, этот... Ну, знаешь, это, да, я, как бы, чтобы ажиотаж был, чтобы люди не знали, что через это ладно. Я бы так не сделала, честно. Да, Муся? Вообще, да, уяткой? Может, чай попьем, да? Да, чай попьем. Там как раз тортик остался. Сейчас поставлю.